Привет всем! Паста, которая не требует много продуктов, минимум, в общем-то, масло сливочное, да, сливочное, не оливковое, скоморца аффумиката, спек, сливки свежие и любой формат сухой пасты. Сейчас будем готовить. Итак, нагреваем сливки, режем скоморцу вот такими маленькими кубиками, и когда сливки хорошо подогреются, будем опускать и растворять. Растапливаем масло сливочное и потом добавляем спех, порезанный соломкой. Сейчас покажу как. Посмотрите, не покупайте тоненькое, купите, пожалуйста, кусочком, попросите, и порежьте вот такой вот примерно толщиной. Так, сливки уже готовы. И опускаем скоморцу. Сейчас мне одной рукой неудобно. Опускаем. Так, вот, поместили и поджариваем хорошо. Именно на сливочном масле. И пасту варим. Любую пасту можно выбрать, любой формат, который вам нравится. Помешиваем скоморцу и сливочки. Если что, потом можно будет взбить все это блендером, чтобы у вас была единая масса. Вот и здесь поджариваем спек. Посмотрите, здесь у нас все растворилось. Все растворилось. Здесь тоже все готово. Сейчас частично, больше половины выбираем и частично оставим. Буквально, наверное, 1/4 оставим, потом туда пасту опустим, перемешаем и будем сервировать. Частично убираем, так вот, еще чуть-чуть. А вот этот вот жир оставляем, нам понадобится для пасты. Так, подошло время. Достаем нашу пасту. Вот она, там у меня дебаты идут на заднем плане. И сюда. И готовим, наверное, не где-то минуточку. Пропитываем маслом, которое осталось. Вот. И так вот все готовим. Тут все у нас тепленькое. Потом добавим сливки с скоморцей и украсим вот этим. И съедим. Ну, вот, в общем, вот такая готовность, посмотрите. И сейчас добавляем сливочки. И перемешиваем. Ну, и так далее, конечно, просто мне одной рукой неудобно. Вот такое блюдо получилось. И все, подаем.